заявлено 45 литров. Здесь стропы для пенок палаток. Собственно, карабин со свистком. Поясной ремень с резинками. Такая вот спинга. Что более интересно, это внутри. Здесь вот такая история на карабинчике. Значит, здесь вот такая подсветка. Что мне нравится, это молнии UKK. Надежные. И вот такая подкладочка. Это у нас штурмовой рюкзак. 45 литров для Альп, все дела. Здесь пропитка у него очень влагозащитная. И здесь кармашек. Кармашек. Опа. Вот такой.